Друзья, сейчас в экосистеме Ultima действует легендарная промо на бустер сплит-контракты, на время которого у вас есть возможность сделать максимум профита в год. Ведь купив пакет бустер сплит-контрактов и заморозив Ultima всего на один год, вы будете получать награды сразу от трех пулов – Ultima, бустер и игрового. Сейчас каждый из них ежедневно распределяет 5 Ultima в качестве награды. Это гораздо выгоднее, чем заморозить Ultima на короткое время и упустить возможность получать награды в трехкратном размере. Что нужно сделать, чтобы активировать эту невероятную выгоду? В этом видео мы все расскажем. Обязательно досмотрите его до конца, потому что информация поможет вам сделать несколько иксов. Рассмотрим стратегию пошагово. Шаг 1. Оплатите бустер-сплит-контракт заморозкой Ultima на один год. Это позволит вам стать участником Ultima Pool. Шаг 2. Заморозьте в Smart Wallet полученные бустер-сплит-токены, чтобы стать участником Booster Pool. Шаг 3. Запрашивайте и получайте ежедневные награды в Ultima сразу из двух пулов ликвидности – Ultima и Booster. А пока действует легендарная промо по бустер-сплит-контрактам, вы не только получаете доступ к наградам из пулов ликвидности, но также получаете промокоды на игровую валюту в игре Battle Bulls. А это поможет вам стать участником игрового пула. Как? Все просто. Активируйте промокод на игровую валюту в игре Battle Bulls. Покупайте карточки пассивного дохода в разделе «Майн». Накапливайте игровые евро на балансе «Доход в час». Конвертируйте игровые евро с баланса «Доход в час» в Bull Split токены и выводите их на смарт-воллет во время аирдропа. Замораживайте Bull Split токены и получайте награды в Ultima. Однако важно понимать, что за каждую транзакцию по запросу награды взимается комиссия в смарт. Но эту комиссию можно не платить, если вы застейкаете или, говоря простым языком, заморозите коины смарт. Замораживая смарт, вы поддерживаете работу сети и получаете за это ключевые ресурсы – пропускную способность, или bandwidth, и энергию, которые нужны для выполнения всех транзакций в блокчейне, включая транзакции со смарт-контрактами. Для того, чтобы сделать ваши транзакции бесплатными, достаточно заморозить от 50 до 100 тысяч смарт для энергии и несколько тысяч для bandwidth. А теперь самое главное. Замороженную сумму для оплаты Ultima через год можно получить обратно. Таким образом, все возможности, о которых мы рассказали в этом видео, достанутся вам фактически бесплатно. Не упустите возможность получить максимальную в истории Ultima выгоду. Приобретайте пакеты Booster Split контрактов с помощью годовой заморозки Ultima и наслаждайтесь растущим с каждым днем профитом.